Очередное ЧП. На реке Волга под лед провалился автомобиль УАЗ с тремя рыбаками. Они решили порыбачить на машине, но внезапно лед проломился. Вода прикрыла только капот автомобиля. Это и спасло рыболовов. Спасатели на снегоходах довезли горе рыбаков до спасательного поста. Автомобиль вытащили из воды только на следующий день. По данным МЧС Почувашии, на территории республики 16 мест массового выхода рыбаков на лед. Эти площадки поставлены на учет в ГИМС, и здесь ведется патрулирование и проводятся рейды.